Сезон охоты у сотрудников ДПС открыт круглый год. Итак, представьте, сотрудник из Астаны приехал в Москву по обмену опытом. Так, ну вот, это и есть наш пост, значит, располагайся, давай знакомиться. Кайргали. Ваня. Как? Кайргали, это же легко, Ваня. А, Ваня, все хорошо. Ты мне лучше вот что скажи, ну как у вас живется-то в Казахстане? Ну отлично, у меня коттедж есть, сын в Англии учится, машина. Да ну, давно в органах? Не, всего 3 месяца. Вот видишь, недавно сержанта получил, это я-то что, вот у меня знакомый полковник, вот он недавно лопнул. Да ты чё? Да. Чё ж мы тогда сидим? Давай обмениваться опытом. Давай, давай. Капитан Иванов, проверка документов. В машину пройдите, пожалуйста. Чё, нарушаем, да? Нет, не нарушал я. Документы предъяви. А документы я в машине оставил. Чё сразу не принёс, туда-сюда ходишь? Всё хорошо. Всё-всё, отпустили. Давай, давай. Ты чё его отпускаешь, Иванов? Чё? Не так ты работаешь. А давай, как? По-нашему. Хо! Ого, так можно, что ли? Да. Слушай, ну раз ты такой умный, вот ты мне скажи. Вот ты остановил машину. Так? Водитель пьяный. Да? Прав нет, страховки нет. Вот что сделаешь? Ну не знаю. Ремонт, наверное, в квартире сделаю. Молодец. О, смотри, кухонный гарнитур едет. Ну-ка, учись, 2 раза не показывай. Стоять. Заслуженный сержант Республики Казахстан. Причина остановки? Пока непонятно. Так, права можно? Вот причина остановки. Все, оформляем. Я говорю, оформляем. Хорошо, оформляйте. Я говорю, оформляем. Хорошо, оформляйте. Я же говорю, оформляйте. Да? Да. Как оформлять? Я ни разу не заполнял просто. Так, дай сюда, я сам заполню. Так, нарушение, так, наше число. Ага. Вот, распишитесь. Вот сюда вот, да? Да, вот туда. Все, я в Сберкассу. Эх, блин. Какой-то нефартовый день у меня сегодня. Эх, Кайргали, не хотел тебе свой козырь показывать, ну да ладно. Так. Оп. Не ожидал, а? Учись, 2 раза не показываю. Капитан Иванов, знаки видите? Ой, здрасте. Я, кажется, Градского остановил, который в жюри в голосе сидит. Так, зови срочно. А, в машину пройдите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня не помните? Нет. Я у вас в «Голосе» в кастинге участвовал. А, ну да. Там очень много людей. Вы сказали, людей. Что я бездарность, мне только на дороге стоять, палкой махать. И что, прям так и сказал, что ли? Да, так и сказали. В эфире программа «Голос». Теперь вы мне будете петь цифры. Если мне понравится, я повернусь к вам. Что? А хотя нет, давайте я вам дам 2-й шанс. Повернитесь. Как вам? Мне понравилось, отлично. Да? А ты на кастинге какую песню пел? Любэ, опера. Зачем опера? Надо было вот эту вот песню петь. Да? Все, завтра в 8 утра жду. Спасибо, Градский, по-братски. Ладно, Ваня. Да ладно, не говори, я же все слышал. Видимо, пришла пора прощаться. Видимо, да. Слушай, а тебе гитарист не нужен? Ах, Ваня. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим стемам? Самое главное в жизни – это идти к своей мечте. И как настоящий охотник – ловить свою удачу. Спасибо. Спарта, Астана.